Всем привет! Я Тюра дает прогноз на матч 36-го тура Ла Лиги Атлетико Мадрид Реал Сосьедад. Встречаются первая и пятая команды текущего сезона. Очные матчи. В последних 10 очных матчах команды 8 раз играли на обе забьют нет и 7 раз на тотал меньше. Последние 5 очных матчей были низовыми. Статистика команд. Атлетико последние 3 домашние матча выиграл в сухую. Атлетико не пропускал в 2 последних матчах. Сосьедад 3 последние матча отыграл на 0 и тотал меньше. Сосьедад последние 2 выезда отыграл на 1-0. В минувшем туре Атлетико сыграл 0-0 с Барселоной. В первом тайме острее действовали гости, во втором хозяева. Вратари выручили по пару раз свои команды, в итоге ничья 0-0, которая пошла на пользу Реалу. Сосьедад обыграл Эльче 2-0, гости уже на 11-й минуте остались в меньшинстве, хозяева ожидаемо взяли победу в матче, но смогли реализовать численное преимущество лишь в концовке игры. Очный матч первого круга выиграл Атлетико 2-0. Команда Симеона на момент написания этого прогноза еще была первой. Но если Реал обыграет Севилью, первое место займет команда Зидана, и тогда все будет в ее руках. Поэтому матрасникам надо выигрывать оставшиеся 3 матча и надеяться, что Реал где-то потеряет очки. Сейчас Атлетико находится в неплохой форме. Последние домашние матчи выигрывает в сухую. Сосьедад, в общем, достаточно удобный соперник для матрасников в их домашних матчах. Сосьедад борется за зону Лиги Европы, поэтому и гостям как бы тоже нужны очки. Такая игра должна бы получиться очень упорной и скорее низовой. Против низовой игры очень уж длинная низовая очная серия Атлетико и Сосьедада. Плюс к этому Сосьедад последние 2 выезда отыграл на 1-0. Поэтому здесь потенциальное 2-1 запросто возможным, хотя менее вероятно, если смотреть на важность игры. Из связки ставок тотал меньше обе забьют нет победа хозяев, самый высокий коэффициент стоит на победу хозяев 1.86. На обе забьют нет 1.85, на тотал меньше 1.81. Гадать в этом матче с результативностью достаточно сложно, а вот победа хозяев просматривается более ожидаемо. Свой предыдущий домашний матч Атлетико у Сосьедада не выиграл. В последний раз Атлетико не выигрывал у Сосьедада в 2 домашних матчах подряд в 2012-2013 годах. Поэтому, с учетом важности победы для хозяев, прежде всего, можно играть победу первой команды за неплохой коэффициент 1.86. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядя Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизм и удачи. Будьте здоровы.